Итак, всем привет, привет! Сегодня 5 сентября, у меня сегодня день рождения. Много теплых слов, пожеланий. Вот, всем спасибо, друзья. Вот, очень приятно слышать столько приятных действительно слов. Вот, поэтому очень много подарков. Вот, подарили родители деньгами. Вот, но еще подарили, когда я ездил в деревню, сегодня я в городе. Вот, потом супруга вместе с моими родителями, ну там с деньгами получилось, сложились и купили мне большую карту памяти, внешний накопитель. Вот это, ну, для моих, как бы сказать, целей. Вот, и еще в нагрузку любимая моя жена, моя супруга, моя Лесенька, подарила мне 45 минут тайского массажа в салоне. Вот я сейчас как раз туда приехал. У меня запись 11:30. Половина, говорю, третьего. 11:30. В общем, сейчас время 11:11. Сейчас через минут 10-15 я пойду уже. Потом, как я выйду, я уже, ну, не стану записывать, вот, там, а уже, наверное, расскажу на своих эмоциях, вот, как мне делали массаж и какие удовольствия я от этого получил. Ну все, всем спасибо за внимание, ждем дальнейших указаний. Так, находится он здесь вот на Карбышево, возле Ашана, вон недалеко, вон там, твой Тай, вот клиника, есть такой кормышок. Помещение здесь новое, как я понимаю. Вот, будет, я думаю, комфортно. Не раз, конечно, в своей жизни я такого массажа не получал. Вот, где-то, наверное, не где-то. Еще года нет, как мне сделали операцию на позвоночник. Вот, у меня была грыжа левосторонняя. Вот, диска L5 и протрузия диска L4. Грыжу вырезали, вот, прошло где-то, наверное, месяцев 10. Сейчас я хожу нормально, но все равно какие-то свои еще, как бы сказать, последствия есть всей этой канители. Вот, по утрам просыпаюсь, бывает такое, что и тяжеловато. Вот, но единственное, что на сегодняшний момент мне это помогает, это гимнастика, зарядка. Больше здесь ничего есть. Такие уже комплекс моих упражнений, которые я для себя, как бы сказать, скомповал. Вот. Первое это такое упражнение, второе это такое упражнение. Ну и три, скорее всего, наверное, упражнения, если вам будет интересно, вот я покажу. Вот. Ну, все, речь плавненько перешло, все, как сказать, в демагогию. Поэтому, наверное, идем. Спасибо, спасибо, дружище. Да нормально, вот твоя племянница мне подарила час массажа, тайского массажа, вот приехал на процедуру. Ну, тут специалисты будут, специально обученные люди делать. А? Ну, понятное дело, но это подарочное. Сертификат. Вот, как около 2000. Вот, это какой-то лечебный, потом расскажу. Спасибо, Людмила Артемьевна. Да. Спасибо большое вам огромное. Вы дома, да, все целиком?
Понял, привет там тоже передавай. Давай. Спасибо большое за поздравления. А, спасибо, Вадимка. Ага, хорошо. Здорово, здорово. Да все, все хорошо, да, я на массаже попозже позвоню. Давай. Hello.
Ребята, ну что, вы посмотрели этот ролик? Если честно, сегодня вот второй день после процедуры, вот, я себя чувствую уже бодрее. Вчера, конечно, у меня было состояние такое, как бы сказать, ну, представляете, да, вот эти все больные мышцы разминают. Не знаю, попробуйте, если у вас какие-то вот здесь вот особенно ноги болят, вот здесь вот под икрами, икры, да, икры. Вот, просто возьмите вот так вот мышцы, сожмите, вот, и вы сами все увидите. Что можно подвести итог, наверное, эта процедура, как сказать, она для меня с моей болячкой как раз в момент реабилитации, в принципе, необходима. Прошло так, ноябрь 2019 года. Мне сделали операцию 31 октября. Вот. А на сегодняшний день у нас так. Августа. Сентября. Сейчас скажу. 6 сентября, ё-моё. Вчера же был день рождения, да. Вот, 6. Сегодня 6 сентября. Где-то месяцев 10, по-моему. Состояние, если делать простые элементарные вещи, вот, то есть это зарядка, вот, в принципе, жить можно. Вот, на сегодняшний день я нигде не работаю, вот, я и моя семья, как сказать, в общем, дубль ломается. Так, продолжаем. Ну, тайский массаж, для меня, как сказать, он, я делал его впервые. Вот, в принципе, и женщина была тайванка. Как я понимаю, если вы сами видите, там слышали, вот когда hello, я тоже hello, hello, не знаю, что ответить. А хотя, когда готовился, тоже, ну, думал, как ответить. Потому что девушка Татьяна, это на ресепшене, которая администратор, вот, она сказала то, что эти девчонки вообще из Тайваня, то есть они привезенные оттуда, специально выращенные, грубо говоря. Вот, и они занимаются здесь вот в спа-салонах такой процедурой. Ну, хороший рекламный ход, но в принципе и массаж сам такой прекрасный. Вот, были там некоторые которые моменты, вот когда вот она вот спину оттягивает вот сзади и вот здесь вот ноги, вот, классно прям. Позвоночник вот как лягушку вот так вот разворачивает. Себя почувствовал. Ладно, не будем демагогии. В общем, те, кто посмотрел, спасибо. Вот, все пожелания в честь моего дня рождения, вот, я принимал. Спасибо, дорогие друзья, спасибо гости канала, которые, ну, лайкали. Вот. В общем, вот такая вот история получилась у меня на мой день рождения, когда мне жена подарила абонемент на тайский массаж. Вот что это такое, я узнал. Вот, и всем пока.